Добрый вечер, дорогие товарищи, друзья и коллеги. Сегодня мы хотим вам представить выжимку из коллективного договора, проект которого написан работниками Санкт-Петербургского метрополитена. И прочтем вам несколько пунктов, которые улучшают условия труда работников и уровень их жизни. Первый пункт. Постоянно составляющая заработная плата не менее 80%. Пункт второй. Повышение реального содержания заработной платы, компенсация инфляции плюс 5%. Пункт третий. Ежемесячная материальная помощь женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет. Пункт четыре. После 10 лет работы, если работник признан по здоровью негодным, возможность переучиться на новую специальность. Пункт пятый. Обязательные технологические перерывы, согласно Санпину, при высоких и очень низких отрицательных температурах. Пункт шестой. Запрещение увольнять работника и переводить работника без согласия профсоюза. Пункт седьмой. Вернем медаль за безаварийный пробег и все соответствующие поощрения к ней. Пункт восемь. Ввести часовую рабочую неделю. Сохранение уровня заработной платы. Пункт девять. Основной отпуск 35 календарных дней. Пункт десять. Дополнительный отпуск 20 календарных дней. Все это возможно. Давайте посмотрим на коллективный договор, который заключен в Московском метрополитене. Это как? Есть такие пункты. Компенсация проезда на электричках на работу и с работы работников метро. Сохранять за работником средний заработок в течение 4 месяцев при переводе работника по здоровью на нижеоплачиваемую должность. Машинисты, которые заняты в обкатках и перегонках на линии, дополнительно выплачивать к премии плюс 5%. Продвижение улучшения в коллективный договор требует объединения работников. Все действия будут проходить в рамках Трудового кодекса Российской Федерации. Нам нужно отстоять улучшение условий труда и гарантий занятости. Смотри об этом пункт от 30-часовой рабочей недели. Нам нужен сильный профсоюз Санкт-Петербургского метрополитена. Вступайте в наш профсоюз.